Лиса и журавль. Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу». Пошел журавль на званный пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке, подала и потчует. «Покушай, голубчик, куманек, сама стряпала». Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе, да лижет кашу. Так все сама и съела. Кашу съела и говорит: «Не обессудь, куманек, больше потчевать нечем». Журавль ей отвечает: «Спасибо, кумай, на этом. Приходи ко мне в гости». На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, положил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, право, больше нечем потчевать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает-то, никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. «Ну, не обессудь, кума, больше угощать нечем». Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.